нас один магазинчик в городе Тверь под названием «Фишка». Первое слово называть не буду, нехорошее. Продают такие велосипеды. Цена на них 7000 рублей. Это по акции, потому что они приходят, вот тут немножко царапинка. Типа 7000 он стоит из-за этой царапинки. Просто народе такой велосипед называется «Ашан». Почему? Сейчас покажу. Значит, во-первых, смотрим вот сюда. То есть это вот новый велосипед, который купили сегодня утром. Наконечников, тросиков нет. Вот эта длина рубашки, которую отрезали вообще непонятно как. Соответственно, руль повернуть невозможно. Все в натяжку. А то вот здесь вот рубашки оставили кусочек, наоборот, лишний. А вот здесь вот рубашки вообще не хватает. Она должна быть вот так вот. И переключатель просто не переключается. Здесь и рубашки под замену, тросики под замену, надо все колпачки. Дальше. Супер дешевый переключатель Schwimming. Не знаю, как правильно это произнести. Пластиковая вот эта фигня. Показываю люфт. Видно, да? То есть это новый абсолютно переключатель, который люфтит во всех плоскостях, как хочет. Соответственно, он работать не будет. Да, сейчас я попробую. Может вот так это заснять. То есть все это болтается полностью. Вот. Ротор дискового тормоза сделан из, мне кажется, бумаги. Это же не железо, это фольга. Какая-то просто. То есть он, во-первых, мягкий, очень сильно. Во-вторых, когда вы начинаете зажимать, он нагревается и искривляется. Я не знаю, будет это видно на видео. Он восьмеркой. Просто восьмеркой. Ну и колесо, конечно, тоже, раз оно новое, оно тоже должно быть обязательно восьмеркой и яйцом одновременно. Называется Platinum. Колеса Platinum. Изначально новые с магазина восьмеркой и яйцом. Вот. То есть восьмерку мы, конечно, править не будем. Просто на то, чтобы поменять рубашки, тросики и попытаться настроить переключатели и тормоза, мы берем 1200 за вот такой новый велосипед. То есть это сколько получается? 7000 новый стоит, 1200 только за работу и за тросики с рубашками. За замену. Это только для начала. Может быть, еще что-то будет в процессе ремонта найдено. Так, вроде люфтов пока нету. Надо, конечно, шатуны протянуть, потому что они уже люфтят. Но такие шикарные велосипеды продаются в магазинах и на Авито. Покупайте, приходите к нам ремонтироваться сразу же с новым велосипедом. Мы все сделаем красиво. На пару недель хватит.